Добрый день, с вами магазин Вундеркинд. Сегодня хотим вам рассказать, как правильно крепить автомобильное кресло Карелла Альта. Кресло предназначено для детей с 9 кг до 36 кг. Крепится на крепеж Изофикс, стандартный крепеж. Для этого максимально выдвигаем направляющие с одной и с другой стороны. Фиксируем до характерного щелчка. И здесь есть якорная система. Это третья точка изофикса. Когда мы ее закрепим, тогда с красного индикатора будет зеленая. То есть должно быть хорошее натяжение. Если у вас тип кузова автомобиля седан, то крюк находится за подголовником заднего сидения. Если это хэтчбэк, то либо на спинке заднего сидения, либо в багажнике находится крюк, за который мы будем фиксировать. Максимально подвигаем кресло, чтобы не было никаких люфтов. Якорь мы натягиваем до зеленого индикатора и проверяем, как оно жестко зафиксировано. Также это кресло можно закрепить автомобильным ремнем безопасности, допустим, если вы будете крепить на переднее сиденье автомобиля, либо если в автомобиле нет крепежа Изофикс. Сейчас мы вам покажем, как это сделать. Полностью вытаскиваем ремень безопасности, удерживаем его и карабином продеваем. Здесь, получается, есть два сквозных отверстия. Змейкой продеваем вытаскиваем во второе отверстие. Фиксируем, проверяем, чтобы не было люфтов, смотрим, кресло зафиксировано надежно.